Нижегородская торпеда в выездном матче континентальной хоккейной лиги оступилась в Нижнекамске. Команда Дэвида Немировски встречалась с «Нефтехимиком». В трех периодах победителя выявить не удалось. Отлично проявили себя голкиперы команд. Стоит отметить, что за торпеда в воротах в этом матче дебютировал новичок Петр Кочетков. И для первого матча отстоял на отлично. В основное время матч завершился с нулями на табло. И в овертайме выявить победителя тоже не вышло. Все решилось в серии буллитов. И здесь домашний лед Нижнекамска помог хозяевам. «Нефтехимик» побеждает, а «Торпеда» после двух гостевых игр везет домой 3 очка. Главная игра до буллита. Буллита, к сожалению, не выиграли. Так, ровная игра, хороший соперник тоже двигался. И сейчас нам надо готовиться на следующую игру. После этого матча «Торпеда» возвращается домой. Сейчас нижегородцы делят 6-ю и 7-ю строчки турнирной таблицы на «Востоке» вместе с «Трактором». Обе команды имеют в своем активе по 50 очков. Следующий матч «Торпеда» проведет 7 января с магнитогорским «Металлургом» на своем льду. Начало матча в 17:00. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ННТВ. Артемий Катков, «Время новостей».